И вот он, трехсторонний матч Хелл-Нас. Ну да, я помню, да и говорили то, что этот матч практически один из наилучших Хелл-Нас. Знаете, достойно было. Альберто де Риос, персонал ринг-анонсер, Рикардо Родригес. Кстати, о чем он спорит? А, ну да, я же. Честно говоря, я не помню, кто выиграл матч CM Punk и Джон Сина против Альберто в клетке, но это будет даже интереснее, честно говоря. Но я помню то, что матч такой был. Я поставил некоторую кусочку, он да, довольно-таки веселенький был. Но здесь этого не получится. Это я уверен. Ну, отличка опять CM Punk, это хорошо. Мне нравится, когда много тир, когда много и они хоть как-то различаются, а не то, что как у. А не то, что как у Triple H. И это у нас Джон Сина с поясом должен быть, да? Так почему чемпион по цене уходит? Непорядок. Или я что-то... Он так и на... Нет, я не помню, короче. Тройная угроза для Джона Сина, для CM Punk и для Альберто Дель Рио. Кто же победит в таком матче, да? Я ставлю на CM Punk. Вот я не знаю, за кого я буду играть. Мне кажется, либо Джон Сина, либо CM Punk, но точно не Альберто. Альберто тут смысл за него играть. Да вы... Тихо. Офигеть теперь, блин, а? Я как бы наоборот не хотел за него играть, что за... Вообще тут ничего, что было. Офигеть теперь, а? Ну ладно. Неужели этот Альберт реально победит? Это... куда? Давай, мочим его. Научим всему, да, и апокален, это уже лайт, да? Нахер ручка сломана. Тихо. Не попал. И тут неожиданно... О, блин, не то, я хотел, ну ладно, блин. Врезали Джону, можно убегать. Опять этот прием. Этот прием меня больше всего раздражает. Так, стоп. Теперь наш очередь избил. Ай, ну конечно, да. Джона Сину просто так не забьешь. Так, давай сюда. Да стой, ты не бей. Давай. Давай. О, неплохо. Я сказал, даже очень, давайте возьмем. Лесенку. Ну, ступенчик. И вот так вот накрыли. О, и Джонка. Джонка. По-моему, ручка. А кого мы должны ждать? Секунду. Окей. По сабмишн или его кунг-фу. Хорошо. То есть у меня есть невидимость. Мне кажется, чтобы кого-то открыть, хотя я не понимаю, что тут можно. CM Punk только, если и все. Но для этого мне нужно, мне кажется, именно по сабмиту нужно будет выиграть. Именно по сабмиту. По коронному сабмиту. Так, а ну ловите. Не поймали. На. Кто первый встанет, тот и получит финансовый. Ну, ой. Попал. Нет, не попал. Я тоже так умею. Да, хорош, я тоже так умею. Все, отлично, попал. Чего? Perform the... Ну, я только что провел Сигнатур CM Punk, его надо было. Могли бы раньше написать. А, почти. Давайте будем ломать ему руки, потому что Альберт именно на жена руки делает сабмит. Так, давай, стой, а ну давай. Оперируемся. Сейчас опять его. Ну,
Джонс, у Джон Сина вообще никакой фантазии реально нету. Ну и разработчики, конечно, таким сделали, но все-таки. Вот когда я был с CM Punk'ом, я ему, ну, когда мы с CM Punk'ом скопировались против Джона Сина. Сина, не лагай. Да, Джон Сина. Нас забейся, короче. Все, короче, пусть Джон Сина берет, а я буду атаковать. Это так вообще фигня какая-то. Опять по руке. Хорошо. О, желтые руки. Да ты отдыхай, надоел, Джон. Инсигири, инсигири, давай. Тихо. Джон Сина, не мешай, не мешай, не мешай. О, вот это молния нас было. Это было круто. Рикардо просто взломщик от Бога. Ну как взломщик? С ключом-то все взломщики. Дверь открыта, кстати. Это офигел, что ли? Даже я так Рикардо не бил. Альберто, врежь ему, а. Железной трубой по животу. Все, минус Джон Сина, отлично. Я уже рад этому матчу. Либо CM Punk, либо Альберто. Но поскольку я играю за Альберто, значит CM Punk проиграет. Неудачник. 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 Он решил еще побольше выбить. На! Это мне сейчас напомнило это, как в тюрьме иногда просто по решетке фигачит. Ну вот, и здесь то же самое сейчас было. Рикардо валяется, Джон Сина. Что? 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 Так, окей, это баг. Он на самом деле находится за клеткой. Его тут нет, и все. Пинфол? Серьезно? Как я сделаю пинфол? Пинфол. Не, ну как-то Джон Сина чистерный слишком, но он даже сквозь клетку может телепортироваться. Сейчас отлично, теперь он абсолютно красный, и сейчас будет. Ну, да, конечно. Да врежет он, ладно, всем папа. Так, давай, еп. Ну, дай посмотрим, кстати, какие у него таланты тут. Давай. Так, хорошо, одна из гири. Еее, вот это там такой, типа, я красочка. Так, отходим подальше, и сейчас будет. Альберт выждает, и для инфигири удачно. Раз, два, три. Ну, вообще, как нифигил. Ну, это, походу, обычное празднование. Клетка не соломать, потому что было бы неправдоподобно. А, будешь знать, как проигрывать, да. Не, ну, кстати, Альберт довольно-таки умный, на самом деле, поступил, Белла Саджо, вообще.